Несколько десятилетий назад на этом месте работал небольшой детский сад. Его воспитанниками были дети шахтеров. Затем объект приняли в муниципальную собственность. Прошли годы, и здание устарело. Садик решили улучшить и увеличить. После открытия сюда смогут пойти 200 малышей. А пока строительные работы в самом разгаре. На полную реконструкцию детсада подрядчикам дали год. Мы демонтировали существующее здание. И сейчас мы выполняем разработку котлована механизированным способом с последующим выносом существующего водопровода. Двухэтажное здание станет современным и комфортным для развития детей. Его обустроят по всем нормам. Сделают игровые комнаты и спальни для детей, буфетные, музыкальные, спортивные залы, плавательный бассейн и, что немаловажно, медблок. Благоустроят полностью территорию обновленного садика. Сделают прогулочные площадки с игровыми комплексами, горками и качелями. Открытие этого детсада уже ждут молодые родители. В том году на улице Порт-Артурской построили несколько муниципальных домов. В них переселили 84 семьи из аварийного жилья. За последние годы ситуация с детскими садами в Владивостоке в корне изменилась. Очередь удалось сократить практически втрое. Сегодня дети от 3 до 7 лет обеспечены местами в комфортных и современных садах. Теперь на очереди малыши от полутора лет. Алина Черненко, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.